Прийшли сьогодні вимагати у президента України захистити суверенітет нашої держави. Ми не хочемо, щоб будь-який зовнішній чинник, ну, вияснив, хто організатор. Порошенко, да. Нашого президента. Тут даже без всяких... Мутит воду, да? Удачи. Каждый день организовывается акция против Зеленского, оплачиваются серьезные деньги, оплачиваются, привлекаются разные подрядчики. В данном случае уже большая акция. Ну, в общем, власть должна задуматься над тем, что это подготовка по государственному перевороту. То есть силовым путем свергнуть существующих. Так их должны повязать всех, они же... Нет, зачем всех? Организаторов. Да? Слава Украине! Слава нации! Смерть ворогам! Колись, пам'ятаю, 8 років тому на Майдані, ми тоді 18 числа вночі, коли вже залишилось буквально там кілька сот нас живих ще, написав я вірш «Рабині стоять на Майданах», скинув на трибуну Сережа Верченка, і він з трибуни читав. І слава Богу, услышав Київ, тому що показували цей вірш по всьому Пятому каналу, который тогда был еще как бы за народ. И пришло много очень людей на помощь, тогда Майдан выстоял. И мы надеялись и верили, что с этого Майдана начнется какие-то позитивные изменения в Украине. Но, к сожалению, вы видите, как всегда народ был обманут, как всегда страна была ограблена и продолжается грабеж до сих пор. Когда-то лет 5 назад я написал стих о бедуине, ну, короткие слова из этого стишка помнят все, наверное, потому что она облетела весь интернет, у меня было 19 миллионов просмотров, а слова очень простые. 30 лет назад в маленьком Кувейте нашли нефть, и один бедуин сделал свою страну самой богатой страной в мире. В Украине лучшая в мире земля. В Украине в недрах лежит на 200 триллионов долларов полезных ископаемых. Мы на первом месте по металлу, марганцу, нефти, газу. Поверьте, я не вру. Я сам в прошлом буровик, лучший буровик Советского Союза, был признан 5 лет. И вы все видели, наверное, мои видео с Антоном Гурой, где мы доказали правду о том, сколько газа у нас есть, нефти и всего остального. Но, к сожалению, вы видите, бедуина у нас нет, который бы положил конец грабежу страны, как внутренним врагом, так и внешним. Наша страна раздирается только из-за того, что у нас неисчерпаемые ресурсы, которые должны служить народу. Если сегодня, например, брать настоящую ренту за добычу полезных ископаемых, которые уже добываются в Украине, то у нас бы бюджет был не несчастных 40 миллиардов долларов, а как минимум 400 с первого же дня. Но это никто не делает, потому что МВФ и прочие международные наши, так скажем, помощники, они помогают нам только в одном – грабить нашу страну, грабить наши недра. А мы их всех интересуем только одно, как дешевая рабочая сила в Европе.
Але, ну, на завершення хочу сказати одне. Все одно народ України могутній, сильний, він переможе всіх ворогів і зробить Україну свою достойною державою для людей. Дозвольте, як я поет, то зачитаю віршик невеличкий про Україну. Україна – то краща в світі земля, Чорне море і гори Карпати. Все, що краще у Господа біля серця було, він зібрав, щоб нам передати. Передав для життя нам найкраще, що мав, щоб щасливо і заможно жилося, тільки розуму й совісті нам не додав. Мабуть, просто для нас не знайшлося, чи Господь не додав, чи диявол забрав, чи самі по світах розгубили. Тільки що ж ми за люди нездарні такі, що з України рай не зробили? Та в нас вірить Господь і наказує нам ладно вести в Шевченковім краї. І я впевнений, зробимо разом, брати, Україну омріяним раєм. Слава Україні! Героям слава! Ми маємо вибороти дійсну незалежність, ми маємо стати господарями своєї землі, надр і неньки України. Слава Україні! Героям слава!